Hello everyone, and today we have a new topic and you can see it on my whiteboard. It's comparative form of adjectives. Сравнительная степень прилагательных. Here you can see some examples of our adjectives. Big – большой, small – маленький, thin – тонкий, tall – высокий. Сейчас мы с вами рассмотрим, как же из обычного прилагательного сделать сравнительную степень. Here you can see very easy structure. Здесь вы можете увидеть очень простую структуру. We need adjective and ending -er. Нам нужно прилагательное и окончание -er. For example, small – маленький, а меньше будет smaller. Окончание -er мы видим в конце. Tall – высокий, а taller – выше. Также окончание R. Let's have some more examples from our exercise 3, page 75. His teeth are big. Его зубы большие. His teeth are bigger. Его зубы больше. Her car is slow. Ее машина медленная. Her car is slower. Ее машина медленней. His dog is ugly. His dog is ugly. But his dog is uglier. And her hair is long. But her hair is longer. Но в нашем правиле есть некоторые исключения. Сегодня мы познакомимся с двумя словами. Good и bad. Good – хороший. Better – лучше. Bad – плохой. Worse – хуже. Как мы заметили, окончание R уже не добавляется. Поэтому эти слова нужно запомнить. Good – better. Bad – worse.